В Нью-Йоркском музее современного искусства появилась самая большая в мире скульптура из биопродуктов. На ее постройку ушло 10 тысяч белых кирпичей, состоящих из корней грибов и стеблей кукурузы. Она выдерживает ветер силой 100 км в час и позволяет сохранять прохладу внутри здания даже в сильную жару. Арт-объект простоит в музее до конца лета, после чего превратится в удобрение для растений. Так авторы воссоздают природный цикл и напоминают посетителям о бережном отношении к окружающей среде.